Вот такие красивые стойки с цветами мы установили по городу. Установили их 10 штук. Если, естественно, было много сомнений, сломают, не сломают, вырвут или не вырвут. И если в этот год все будет нормально, то на следующий год мы сделаем еще 10, 15, 20 таких штук. И у нас в плане цветов будет один из самых красивых городов. Поэтому просьба беречь, с ребятишками со своими поговорить и до них такую информацию донести, чтобы берегли. Видел еще в комментариях вопросы про бомжей. Они у нас есть. Мы знаем их имена, фамилии, мы знаем их жизненные истории. Никто из них на СВО не воевал, просто некоторые из них, чтобы жалость вызвать, говорят, что они воевали на СВО. Никто из них на СВО не воевал. Никто из них не хочет работать. Мы им предлагали работу, у нас есть свободные ставки в чистом городе. Мы говорили им, если вы будете работать, мы вам дадим комнаты в общежитиях, есть у нас такая возможность. Но никто из них принципиально, категорически работать не хочет. Нескольким из них мы давали деньги на билет по месту их прописки уехать в поселке района, но тоже не хотят. Поэтому что с ними делать, мы не знаем. Полиция их несколько раз забирала. Они их там мыли даже и выпускают, потому что у нас, к сожалению, не знаю, наверное, больше нет статьи ни за бродяжничество, ни за тунеядство. Поэтому имеем то, что имеем. Их даже вывозили в поселки, чтобы они там занялись сельским хозяйством. Но сельским хозяйством заниматься не хотят, вернулись в город.